Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Так, у нас ежедневные задания. Нанесите 300 единиц урона героям. Выиграйте игру безумным зомби-героем и разыграйте 3 цветка. 3 цветка. Так, за зомби... безумный зомби-герой у нас кто идет? У нас идет, ребята... Подожди, разгром же должен быть безумным, по-моему. Нет, класс крепких и зверских. А безумный тогда, получается, может быть, ты? Хитрые. Безумный. О, друзья мои. Тогда я буду играть за бесенка. Попробуем сейчас его разнести в пух и прах. Но я не уверен, конечно, что сработает у нас. Тем не менее. 44 ранг, как ты видишь, у меня. Поиск соперника что-то задерживается. Не знаю, в чем проблемы. Нашли. И это у нас зеленая тень, высший ранг. Да. Высший ранг, друзья. Ну ладно, посмотрим. Hello. Че, бомбить его просто, да? Давим. Давай так сделаем. Ага, вон что у него есть. Вон что у него есть. Ну я понимаю, что он хочет. Он делает, ребят, доборы. Куда он его перемещает? Сюда, что ли? Так, пора с этим, наверное, парнем заканчивать, я так думаю. Давай так вот поставим. Пока. Так, у него, наверное, заморозка может быть. Так, все? Давай посмотрим, куда мои бесята встанут. Мне вот это интересно знать. Так, блок. Ну, он может заморозить вот этого, я так понимаю, да? Скорее всего, или что он будет делать. Так, этого бы нам, конечно, выкинуть бы. Не помешало бы. Так, еще. Ну что, кого выкидываем? Этого, наверное, да? Поехали. Давай так посмотрим. Рикошет случайного зомби. Какого? Давай бочку удаляй. Почему пират? Ну, эту акулу. Так, ну что, у нас срабатывает блок. Yeah.
Так, если что, кровожадность будем применять. Или заморозку просто сделать. Так, вот будет, наверное, поэффективнее, мне кажется. Ему нужно вот этого как-то уничтожать. Он может его откинуть, понятное дело, если у него есть... А вот он как делает. Но это ему не поможет, мне кажется. Четыре в лицо все равно прилетит же, как ни крути. Поэтому тут заведомо он проигрывает. Ну что, зверским зомби-героем мы выиграли. Получается так у нас. Так, получить. А вот теперь разыграйте три цветка. Три цветка у нас можно разыграть. Я не помню, на подсолнухе есть цветы? Это цветок? Вот это вот. Цветок, корень растения. Угу. И это тоже цветок, да? Ну, по идее, цветок. А что это еще может быть, блин? Не клубень же. Ладно, давай попробуем за вспышку на солнце. Ну... В прошлую игру, когда мы играли, по-моему, у меня не особо хорошо получилось. Меня разбомбили там в пух и прах. Как бы вот так вот там вышло все. Не совсем качественно. Так, и мне достается профессор мозговая атака. Ну, как бы, блин. Ну, ядрен, смотрю, ну... Ну, хотя бы дали разгон, спасибо и на этом. Он сейчас будет добор карт брать. Не стал почему-то он делать этого. Почему-то он не стал этого делать. Нет, парень, вот это вот лишнее будет. Ну, давай так поставим, фиг с ним. Авокадо. Мне даже как бы и поставить нечего, если честно. Да ничего не буду ставить, ребят. Так, шаманство двух способностей. Ну что, островокадо это будем ставить, наверное, да? Блин, у меня еще эти лупы здесь находятся. Ё-парасоте. А вот так вот ты, да, значит, делаешь. Угу. Если мы ему сейчас в блок зарядим, будет беда. Неужели у него на танцорах колода?
Ну что, он там, он может взять два танцора, он может сделать добор карт. Да? Эврика у него еще должна быть, насколько я помню. И двух подтанцовщиков он может вызвать. Вот если подтанцовщики звезда, ну сколько они мне нанесут урона? Там в два раза увеличиваются, в три, да? То есть один нанесет мне три урона, шесть будет в лицо. Да, неприятно. Он же на три умножает весь урон. Почему-то, когда вот так вот кликаешь, ребята, это вот на эмуляторе такая фигня. А на мобильнике вот так вот нажмешь, вообще улетает все. А, не, двойной урон. Все, он отключился. Блин, зашибись, я даже не разыграл три цветка, которые мне нужны были. Ну, давай дальше попробуем. Вот, кстати, вот вспышка на солнце очень уязвима к надгробиям, ребята. Очень уязвима. То есть, если будет противник с надгробиями, мы будем отхватывать. Угу. Так, ну у меня есть гриб здесь. Гриб 1-1, который будет. У нас есть разгон. Так, Мисси. А, нет, Масси. Масси, 74-й. Давай так попробуем сделать. Будет применять способность уменьшения атаки или нет? Не стал. Ну давай так поставлю. Но у него, наверное, хилка есть. Он не боится, потому что у него есть сердце. Если что, он типа думает, я захиляюсь. Что-то типа того. Так, на следующем ходу, ребята, у него срабатывает блок. Ландшафт поставить, что ли? Давай поставлю ландшафт. Ландшафт нам даст подсолнух. Подсолнух нам даст небольшой разгон. Плюс еще если вот это вот. Три или меньше. Потратил, ребята, он свою эту фигню. Так, ну а мы с тобой разгоняемся потихоньку. Клубника. Клубнику мне некуда поставить. Нет, ну я могу, не могу. Не могу. Тут надо 6 энергии. Друзья, 6 энергии надо. Давай сделаю так. У него может быть ракета. Он вытянул какую-то карту. Ботанка. Он делает шаманство на нее, ладно. И 6 здоровья. Я, ребят, говорил, что здоровье у него есть. Говорил. Но ботанку я сейчас уничтожу, ребят. Я ее порошок сотру. Я поставлю вот эту вот ягоду. И этот начнет колбасить во все стороны. Или же можно сделать вот так вот. Так, профессор. Ну не профессор, а джентльмен. Этот гриб, конечно, разнесет.
Опять шаманство свое делает. Смотри, он неугомонный просто какой-то, ребят. Я тебе говорил, что вспышка уязвима к надгробиям, ребят. Жалко, что солнышко подсолнух появляется снизу, а не сверху. Смотри, что творит. Ты посмотри, что он вытворяет. Ну, это фигня получается, да? 3, 3, 6. Этого бахнем тогда, получается. Так вот, наверное, сделаю я. И перенесемся сюда, например, да? Посмотрим. Вытягиваю две карты. Ну, он уже вообще, ребята, по ходу дела там на измене. Прячет в надгробие. То есть уже не знает, как доборы там сделать. Блин, клубнику, то, что он мне подбил, конечно, не очень хорошо, ребят. Слушай, а есть у него вирус, интересно, может быть? М? Как вот ты считаешь? Да понятно, понятно. Так-с. Здесь делает защиту. У него все, ребят, на доборах сделано в основном. Блин, вот жалко, у меня нет клубники. Была бы клубничка, ох, я бы, ребята, ему сейчас бы влепил бы здесь. А что они мне дают? Они мне дают, ребят, фигню какую-то. Ну, ему, наверное, кранты все равно, да? Нет. Ему, ребята, не кранты, далеко. Посмотрим, 8 энергии у него дофига. Вирус если есть, то мне хана. Вон у него что. Понятно, сейчас плодить начнет. Меня спасет здесь только одно, ребята. Знаете что? Фруктовый микс. С одной стороны, это хорошо, ребят, что вот это вот выпало. Она хотя бы даст карту. А, она карту даст на следующий ход только лишь. Давай сделаем так. Наверное, вот так. И вот так. Блин, меняет, ребят. Дороже. Так, превращает кого-то другого. Угу. А выбросить некого, да? Микс, где микс, ребятушки? Ну микс нужен просто позарез. Микс дадите мне? Да какой там, блин, микс, ё-моё. Ну... ну, тут, возможно, ребята, что-нибудь да и получится. Если астракада бомбанет, как надо. Если бомбанет. Тем более, если как надо. Что он может взять? Бонус на атаку? Он ищет карту, ребята. Он ищет карту, чтобы уничтожить астракада. Смотри, видишь, ищет. Ну, это персонаж, это не заклинашка.
Вирус. Слушай, а тут знаешь, в чем проблема? Если мы ему сейчас в блок попадем, то нам кранты. Да хоть ты тут заувеличивайся. На. Все, ребят. Блок пробили. А согласись, ситуация вообще была не в мою сторону, ребят. Астракада просто затащил игру. Так что я думаю, к нему никаких претензий нету. Так, ну что? Я не знаю, 300 этих разыгрывать. Давай попробуем еще за зомбика. Кстати, ты заметил, что у меня на нем очень много бочек. Я специально, ребята, купил еще две бочки и поставил их в колоду. Теперь я типа уничтожитель. Но с ней, ребята, такой фокус не прокатит, потому что она что может? Ну, она может элементарно эту бочку превратить во что угодно. Хоть в козла, хоть в любого другого монстрика. Так что с розой не катит. И к тому же, чем еще бесява роза, что обычно мы ставим бочку, а на втором ходу мы делаем кровожадность. А если она ставит своего этого, ну, я думаю, ты понимаешь, о ком я говорю, который увеличивает энергию. Как его звать-то? Я все время забываю, как его звать. Чертополох или как он там, блин? Вот. Вот смотри, сейчас посмотрим, ребята, что он будет делать. Будет отбрасывать? Или будет сюда кого-то ставить? И заодно проверим, на чем, на хилах или на заморозках. Вот он что делает. Просматривает мои надгробия, так скажем, да? Давай я так попробую сделать. Мне просто надо... Ага, вот он что делает. Он уничтожает. Очень интересно. Брейнс, мозги. Все-таки на бобовых, да? Все-таки на бобовых. Понятно. Пошел хиляться. Значит, совсем все туго, да? Кто здесь первым? Надеюсь, не маг? Нет, отлично. Значит, еще одно надгробие, ребят, сюда сбросим. Но он сейчас превратит вот этого 100% в козла или там, я не знаю. Если заморозка ему, конечно, не выпала. А, вот он, заморозочка. Смотрим, что он сейчас будет делать. Цветочек наверняка есть у нее, да? Арбуз. Так, ребят, арбуз мы можем... Мы с тобой можем арбуз уничтожить вот таким только образом. Только вот таким образом. Понятное дело, уничтожить, конечно же. Этого превращает в случай. В общем, все потратил, что он мог. Ребят, ты смеешься сейчас? Какие подсолнухи? Уйди со своими подсолнухами, чтобы я даже и не видел этого.
Подсолнухи он мне сюда ставит. Он превратит в козла, ребят. Да как ты дорог мне, а, со своими подсолнухами. Ты уже достал просто в корень всех. Ну, превратит его в другого. В кого он там? В козла? А, минус 2, минус 2. Ему для этого нужен был, да, подсолнух? Я так понимаю. Давай так сделаем. Но ты смотри, что творит, а. Так, нам нужно нанести 4 единицы урона, да? Раз, два, три. Ну нафига ты в блок-то это все, блин, ставишь? Да ядрен ты, Матрёна, а. Горшочек, блин, с медом. Слушай. Так, смотри, у меня есть один план. Не знаю, насколько он хорош, ребят. Ты посмотри, сколько он их нахапал. А он восстанавливает себе все здоровье. Погнали. А этот заморожен, да? Останется пока. Он опять их будет сейчас превращать? А, вон у него, уничтожает зомби. Этого превращает в козла. Ну, давай дальше. Так, я еще выдержу удар, да? Один. Угу, 3 карты у него осталось. Так, еще... Все, что ли? Давай я сделаю вот так вот. Сундук. Этого сейчас уничтожит мне, я так понимаю, ребят. 7 в лицо мы получим. Поэтому его придется... Блин, если я его откину... Бочку ставить, что ли? Блин, ну его нельзя не откидывать, ребят. Ну я смотрю, с картами-то у него тоже, ребята, все очень-очень печалька. Поехали. На воду, блин, никого не поставить вообще. Магистр кислых щей. Давай сделаем так.
Плюс вот так. Подожди, а почему это не срабатывает? Почему не срабатывает? Ага, спасибо. Спасибо, блин. Лопает гад. Да, отдуплился. Блин, уже поставить, да? Почему я не могу вот это-то призвать? Кто-нибудь мне это объяснит? Как ты мне дорог со своими цветочками, а? У него ведь наверняка что-то есть, ребята, в запасике, мне кажется. Не может он так тихушечку там сидеть. А этого я не могу применить, потому что, ребята, нет мест у меня. Смотри, что утворяет. Но тут, походу, все, мы приплыли. Три гаргантюа вызывать. Как думаешь, 4 в лицо получим? Давай проверять. Я мог бы, конечно, ребята вызвать, но проверим просто. Понятно. Ну, не забывай, что у него кабачок был, ребят, в запасе. Я бы вызвал бы одного гаргантюа всего лишь, одного. И что, он бы его на следующем ходу просто превратил бы в ничто. Я еще очень сильно удивлен, что у него не появился вот этот, как он там называется, дракон или как, который энергию увеличивает. Я просто его ждал, но он его почему-то не выставлял. Да и ты, ну что ты делаешь, блин? Пирата заменил, он бац, опять пирата этого поставил. Смотри, какой хитрый жук, а? Ореховая морда. Давай так сделаем. Но он может прокачать его, да? Может, конечно же. Или просто тупо пропустит ход. Угу. Что делать? Ставить сундук сюда? Давай поставим сундук. С бонусной атакой, наверное, парень будет работать сейчас.
И все? Не ожидал что-то более такого. Ну, одну карту вытяни, да. Тут уж ничего не поделаешь, ребят. Вытянул карту, довольный. Погнали далее. Ну, сердце, блин. Да, у него есть бонусная атака. Да дофига там что есть у него. Бонусная атака. Опять он со своим хлыщом этим вылез. Не удивлен, ребят, нисколечко. Он хочет блок мне снять. Он не хочет. Он снял, в принципе, блок-то. Пока ничего не будем делать. Поехали. Он хочет делать доборы карт. Бочка с пиратом. Нет, пока не буду. А может быть, надо было? Может быть, надо было. Давай так попробуем. Эхе-хе-хе. Да и все, наверное, пока. Пока. Хилку сколько там? 6 здоровья. Нет, пока не будем, блин. Сработает блок у него или нет? Срабатывает. Он еще вытягивает две карты. А ты посмотри на засранца на этого. А могила Ед у тебя есть? Вон у него что есть. То есть всячески, уже всячески, ребята, делает так, чтобы... Так, мне надо дожить до этого парня. Еще целый ход. Рискую. Но он же может бонусную атаку сделать. Даже так? Это что ли будет убирать? Ну, ладно. Че, бомбанем тогда? Под Полтавой. Это 7. 7 урона я нанесу ему, да, получается? Сдулся, хмырь болотный. Давай так попробуем теперь. То, что вот это на воде, это хорошо, ребят. У него защита. Так, ну он мне бьет в блок. Ладно. Потом еще одного выпустим. Выпустим, так сказать, кракена.
Сколько мы плюс 7? 5 хп, да? Ага. Если я этого буду применять, это фигня получится. Ох, не знаю, ребята, что он там сейчас будет клепать. Астракада. Ну, ему надо сюда стать кого-то тогда. Достал своим огурцом, если честно, ребят. Я думаю, кранты ему, ребят. Все. Астракада ему не помог. Я не знаю, что он там за карты вытягивал. Ну, выставлял какую-то ерунду, если честно. Ну что, друзья мои, давайте тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых... Подожди, до новых... А, головоломная, не будем проходить. Тогда да, до новых видосиков.